Предупредить болезнь, предотвратить опасные последствия – именно эти цели преследует вакцинация населения от различных недугов. Прививки начинают делать с самого раннего возраста. В детскую поликлинику приглашают юных ахинцев на вакцинацию против гриппа. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, дорогие ахинцы, гости города. Как всегда, в осенне-зимний период мы опять возвращаемся к проблеме гриппа. В общем-то, для нас это очень сейчас важно, так как пошел подъем у нас вирусной инфекции небольшой, вот, и, возможно, будет заболевание гриппа, как всегда, в осенне-зимний период, опять же, повторяюсь. И, значит, грипп, как таковой, это очень сложное инфекционное острое заболевание, которое протекает довольно тяжело, но, тем не менее, мы сильно боимся осложнений гриппа, которые могут быть в форме менингита, энцефалита, поражения сердца, сосудов, почек и других органов. То есть, если ребенок заболеет, может очень тяжело болеть и привести к данным осложнениям. Тем не менее, у нас в конце сентября началась кампания прививочная против гриппа взрослых и деток, которая в настоящее время продолжается. Но многие родители, особенно в образовательных учреждениях, это в школах, в детских садах получше состоит, ситуация обстоит, не приносят ни согласия, ни отказа. Знаете, что по 323 федеральному закону любое вмешательство, то есть прививки, должны быть с информированным добровольным согласием. И призываю всех родителей после каникул, особенно школьники, кто еще не донес до нас ни согласия, ни отказы, донесите и пересмотрите, пожалуйста, свое отношение к вакцинации. Вот. Многие говорят родители, что ребенок все равно заболеет. Да, 100% не могу дать гарантии, что привитый ребенок не заболеет. Тем не менее, осложнений не будет или они будут протекать очень в легкой форме заболевания и также осложнения, если ребенок привит. Непривитые дети намного хуже. Вот. И призываю всех, родители до 15 лет пишут добровольное согласие, а детки, подростки с 15 до 18 лет сами решают. Поговорить со своими детьми, которые подростки, кто как бы отказался, пусть они пересмотрят свое отношение. В настоящее время продолжается у нас отправка детей в лагеря оздоровительные, дети выезжают на соревнования, различные конкурсы. В данный момент всегда требуется сертификат прививок. И у деток, если не имеется вакцинация гриппа, они могут быть недопущены. То есть потом будут проблемки. В данный момент мы прививаем деток вакциной Совигрипп, которая, в общем-то, от 6 месяцев до 18 лет. Вакцина без консервантов. Реакции никогда никакой, в принципе, нет. Это, ну, индивидуально, конечно же, может быть, но противопоказания только детки, которые болеют в острый период, обострение хронических заболеваний, а так все, и аллергия на куриный белок. А так, в общем-то, эта вакцина, в общем, не дает никаких осложнений, еще раз повторяюсь. Приходите, прививайтесь. Я призываю всех приходить. Мы ежедневно делаем прививки от гриппа. В часы работы участковых педиатров можно приходить ко мне с 9 до 16 в любой день. В субботу мы работаем с 9 до часу. В этом 6 ноября все отдыхают родители. Мы будем работать с 9 до часу. Призываю всех, приходите. Здоровье ваших детей в ваших руках. Желаю всем здоровья и всего самого-самого наилучшего. До свидания.